Я ученица 6 класса, мне 12 лет. Александр Иванович Лебедь родился 20 апреля 1950 года в городе Новочеркасске, Ростовской области, в семье рабочих. После окончания средней школы в 1967 году пытался поступить в Качинское летнее училище, но не прошел медицинскую комиссию. После этого год проработал шлифовщиком на Новочеркасском заводе постоянных магнитов. Александр Иванович Лебедь родился... Окончил Радянское высшее воздушно-десантное командное училище имени Лебедского комсомола в 1973 году. Военную академию имени Грузии в 1985 году. В 1973 году, в 1981 году, Александр Лебедь был командиром взвода роты Радянского высшего воздушно-десантного командного училища. В 1981-1982 годах командовал батальоном в Афганистане во время войны, был контужен. После окончания военной академии с июля по сентябрь 1985 года Александр Лебедь служил заместителем командира полка в Рязани. В сентябре 1985 года, по декабрь 1986 года, он командовал парашютно-десантным полком в Костроме. С декабря 1986 года по март 1988 года был заместителем командира дивизии в Сколе. С марта 1988 года по февраль 1991 года Лебедь командовал Тульской воздушно-десантной дивизией, в которой участвовал в боевых действиях и миротворческих акциях в Баку в ноябре 1980. Все?